Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и мы снова будем делать гадости в партии Gremlins Incorporated. Ну, надеюсь, получится победить или хотя бы подгадить моим соперникам. Приятного просмотра. Так, предприниматель, Измигул-авантюрист, чеф-ментор-бродяга и сноб-бюрократ. О, классно сноб, я в прошлой игре тоже бюрократ был. А чё низкая игра, чуть скорость низкая, поставили бы среднюю. Ну а зачем? Так, где я начинаю? Тут-то какие. А рэкет у нас... половина опытная. Ну, в принципе... Ха-ха. Так, рекламная кампания, распродажа, кольцо обаяния, науки. Знаете, я все оставлю. Сегодня у меня страшно несчастливый день. Так, что у меня за способности? Рандомного персонажа. Одну дополнительную карту в офисе. Ага. За каждую сыгранную в течение одного хода карту, начиная с третьей, вы получаете... интересная штука. То есть, если я в офисе буду играть несколько карт, то я буду за них еще шестеренки получать. Соответственно, клетки опасности, вы можете сбросить одну карту. Ну, это так себе. И вы получаете голоса, продаваемые оппонентами в офисе. Слушайте, я смотрю, тут этот... предприниматель нехилый такой. За каждую дополнительную карту, сыгранную в один ход, получает шестеренку, а ваши продаваемые голоса... и ваши продаваемые голоса еще. После... после третьей карты. В июле я где-то там фиксили, вот его поправили и сделали неплохим таким персонажем. Один из самых универсальных персонажей. Так, ну, кто хочет в тюрьму? Признавайтесь. Я. Давайте меня. Ты хочешь в тюрьму, значит, тебя я не буду сажать. Нет, вот. Обычное дело. Чиф-ментора посажу. Спасибо. На здоровье. Вот ты гад, а. Хитрый, а. Ну. Еще и сбежал. Я же говорил, надо было меня. Так, что он там... Ну, честно, говорит. Что творит, я не понимаю, что происходит. Ну, это типа как ты прошлую игру закончил. Типа такого. Ну, там мне на самом деле очень сильно повезло. У меня был чуть-чуть другой план там. Проиграть? Как может быть другой план, в отличие от победы? Не, там, имеется в виду, чуть-чуть по-другому, да, там закончить хотел. Там, я вообще добежал в ад, и тут меня в тюрягу посадили. Такой выбор между адом и тюрьмой. Что выбрать? Молодец, молодец, столько бабла. Так, мне надо как-то сюда добраться. Что лучше потратить? Выигрыш тоже ничего такая штука. Рекламная кампания. Ну, я в офис не скоро пока вернусь, так что давайте рекламную. Если партию затянем, будем все злые. Бюрократ будет ходить и со всех брать взятки. Да, лучше так пройду. Это опыт хороший персонаж. Это имеется в виду на сколько ходов? На 90, что ли, надо затянуть? Ну, блин, у меня опять наушничество. Ну ладно, давай теперь я тебя из Мигул посажу, раз ты просил. А где спасибо? Спасибо. Ладно, даже так. Бендачеги. Вот что началось. Продажи шестеренок. Не
Кого посади? Новая экономия. Боже, опять... Естественно, звонить надо, когда я играю, блин. Так. Нет, не буду продавать. Так, дальше пойдем на выигрыш, наверное. Плюс 150. Неплохо. Страховка. Да неплохая штука. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Блин, и пружина неплохая штука. Вообще неплохие тут карты сейчас. Проблема, что какие-то из них надо использовать. Это, наверное, ограбление использую, потому что далеко идти. Ну охренеть. Да, ну ты зашибись зашел. Видите, ну, у нас у всех доход на 10. Знаете, я использую ограбление, зайду. Однако. Двойной доход получить. Ну я фиг дойду до этого банка еще неизвестно когда. А эта карта красная, меня за нее посадить могут. Да, вообще не федерация будет. Так, теперь я могу 4 использовать, не заходить на выигрыш, а зайти вот как раз сюда и страховку и получить. Ура. Победитель обнаружен. Че это значит? Это у него из DLC, я так понимаю. Угу. Буржуй, буржуй, прям это. Меня будет досмотр... Нет. А что у нас там? Расскажи нам, что у него. Да-да-да, нам тоже интересно. А вы обойдете. Смотрите сами. Mm-hmm. Если вам интересно. Неплохо, неплохо. Плывик. А интересного там много. Не хочет поделиться с любителями, а? Так, ну, сноп, выбери мне. Неприятность. Поприятнее. Чиф, ты видала, не забыл. Ну тут, короче, либо в суд, либо 150. Выбирай сам. Давай в суд. Ну, в суд. Мне поближе будет. Кольцо обаяния. Чиф, ты улавливаешь, да? Пока нет. Они предлагают нам потемплеить. Ну, какой же тут темплей, подожди. Ну, небольшой. Я так же мог и тебе дать выбрать мне. И что, ты мне бы плохое выбрал, да? Обязательно. Ну вот видишь, поэтому я и снопу перекинул, а не тебе. Сейчас у меня... Вытянул как бы чью в карту, за которую будет ходить, слава богу, он не... Ну, вытянул такую среднюю по-хорошему карту. Блин, что лучше? Так, у Чифа уже 10 голосов, я думаю, что он пойдет сейчас в ад, да? Будет, конечно. Будет агента хаоса делать. Может, там кто может помешать, я к этому. Но не сильно. Раз, два, три, четыре. Может, попробовать его посадить? Всегда лишь бы. Сразу будет все собирать. Шесть. Что лучше, кольцо обаяния или... Все-таки я хочу голоса получить. Я думаю, что он сейчас потратит. Вот это вот самая сильная обилка на самом деле. Офисника. Какая?
Неприятности пропускать? Можешь кактус бросить. Что-что? Зашел и можешь кактус бросить. Ну да, да. Тебя, кстати, тиховато слышно. Блин. А можно подправить громкость на дисконте? Да, внизу полоска громкости под каждым ником настраивается все. Да, сейчас я тебя погромче сделаю себя. Да, он просто... Он так специально тихо говорит. Да? То есть, может его вообще выключить наоборот, чтобы не слышать или что? Да не, не, это я просто, просто говорю. Так, а вот это что такое? Так, что-то... Сейчас приду обувную гонку. Каждый, кто заходит на свалку, сноп уплатит. Блин. Тоже решил за голоса побороться. Да тут, смотрю, уже нехилая борьба начинается. Блин, тут и за голоса, да? Артефакты, неудачи. За депутатское кресло. Да, что-то как-то мы отстаем. Одни конкуренты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, видимо, пружину надо сейчас будет использовать, чтобы сюда встать. Однако... Что за тайное сообщество? Только зашла. А ты будешь получать голос только когда ты играешь секретную карту или вообще любой, то любой играет секретную карту? Только когда я играю. The band of Bardeke. Все тут голоса набирают. Вот как надо. Что началось, ребята? Что за гонка такая? Надо бы подзабить на голоса, короче. Что-то мне тоже. Потому что как за 14 как-то угнаться. Блин, механический щитовод тоже неплохая штука. Но он 400. Блин, может мне сейчас все-таки зайти щитовода поставить себе? Или задание... Блин. Знаете, я хочу механического щитовода. Пожалуй. Кто там позлее? А вот так. Так, а это что у нас уже? Уже утилизатор стоит? Что, да? Уже утилизатор стоит. Пропустил? Я это запомню. Дали мне заглянуть за мелочек. Давай, я... больше трех, больше есть. Ну? Ну, неплохо. Увеличили доход. Богатенький, богатенький. В общем, у меня $54 всего лишь.
Фея. Ну и что там у него? Ничего не. Не угадал? Последний где решил? Нет. Что за сделка с дьяволом? Тоже голос? Нет, деньги решил взять. Да в жопу с ними. Сейчас я возьму, они сейчас еще больше сделают голосов. Бессмысленно с ними тягаться. Лучше всего деньги. Ну, после инфляции это разумно. Хотя, блин, мне денег не хватило, блин. Целых 1500. Я специально сюда шел. Продавать идти. Затупил. Так, что мне тут в офисе? Можете сыграть на дополнительную карту. Ну, как-то странновато. Где мне вообще деньги получить? Вот тут. У меня сейчас какие-то тормозные карты. Раз, чё, два, три, четыре, пять. Пять денег. Отлично. Четыре. Специально, но... Четыре золота. Все так говорят. Так, ладно, надо, видимо, ну, конечно, у меня прям виден список неприятностей. Я сейчас обязательно, знаешь, надо выйти и обязательно сыграть. Вот тебе за это. Ну, смотри. Ну, он же только что поменял карты в аду. Ну, чё, ну, видишь, ни о чем вообще. Да, вообще ни о чем. Ну, вот это сбил. Ну ладно, ту самую. О, зашибись пришло. Спасибо. Да не за что. Наслаждайтесь. Что, прям заплатил взятку? Ну, почему нет? Ну, минус 20 у тебя сейчас только что было. Я гражданин законопослушный. Все-таки всегда платил. Вот в чем дело. Так. Ну, вот это... Хотя, конечно, надо было искать. Что-то он темнит, темнит. Second hand плюс 60. Ну блин, если я зайду на свалку, я заплачу снобу. Сколько? 40. Эй, ну вот и смысл. Крандопогало! Слышишь, крандопогало, ты че там? Крандопожишь? По этим всем законам физики ходят. Блин, какие-то у меня все карты и денег нету, самое что противное. Еще одну карту офиса могу сыграть. Окей, давайте попробуем набрать карт офиса тогда.
Нифига, не карта офиса. Че, махинации тащишь? Я бабать некого. Ты меня спрашиваешь? А, это Чифа, понятно. Да, это было досадно. Везет, да. Слушай, ну ты прям нас... Ты с меня 4 золота снял. Это, ну ты вообще... Стоило, да. Да. То есть у меня было 4 монеты, я шел ими гречку купить в магазин уже, ну просто жрать нечего. Я додумал, ты пойдешь как нормальный предприниматель в офис, продашь голос, заработаешь. Чтобы пойти в офис, вот я такой. Хочу сначала какие-нибудь карты офиса, чтобы у меня были хотя бы, хоть чуть-чуть. Да. Ну, видимо, кости-везунки надо использовать. Больше вариантов, по-моему, особо нету. А сможете ли вы угадать, благодаря кому появилось это видео? Да-да-да, традиционно 2GIS. Эта компания выпускает не только одноименный справочник и карты городов, которые работают даже офлайн, но и поддерживает мой канал о стратегических играх. Адреса, расстояние, время работы и другая детальная информация о городе в одном приложении. 2GIS, если быть точным. Так. Раз, два, четыре, пять, шесть. Ну хрен с ним. Чё-то, да, неудачно как-то. Пойдем платить дань хозяину офиса. Да-да-да. Так, неприятность. Ай, кто хочет 50 золотых, блин? Ну, я самый бедный. Ну, как ладно, да. В принципе, да. Тем более ты мне идешь дань платить. Ну да, все, заметано. Так, и я хочу одну карту сбросить. Вот тут бродяга, а? Вот этот тайник, что я не хочу туда заходить. Механический тюремщик. Все трое в офисе будут сидеть. И судье надо будет туда быстро-быстро как-то попасть. Бесчестная сделка. О, спасибки. Ну, правда, сомневаюсь, что мне это поможет выиграть выборы. Ого, что происходит? А что со мной, а не с этими? Ну, потому что мне в суд нахрен не надо. Ну, или что это там, не суд, а как это? Там это в офис. Ай, так, чистка. Но у меня денег нет на чистку. Да. Ну, пойду набирать злость. О, как раз волосатая лапа. Зашибись. Наоборот, деньги получил. Блин, как бы мне еще одну карту офиса? Я тогда 3 карты смогу сыграть, если доберусь до офиса наконец-то. Так, а что тут, ребят? Что вытворяет, а? Ты посмотри на него. А ты говоришь, бери 15 голосов. Толку было бы, если бы я взял эти 15 голосов. Но я считаю правильно, что его посадили. Потому что такие мятежные речи произнес. Я прям даже заволновался. Его там еще и стукач подет, или подбит. Надо его досмотреть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Но у меня нету на 6. А есть на 3. Как-то нехорошо встал. Пожалуй, артефакт использую. Ладно, пойду еще дань платить.
Нормально так. Пошел платить дань, плюс 150, да? Ну, я поделюсь. Я поделюсь. Вышел доходную монетку. Ну да, колоссальные тут не нужны. Мы ему платим. Так, сбросить одну карту. Как кастрать? Чистку оставлю. Придется подставу сбросить. Давай офис. А, ё-моё. Денег нету нифига. Ну, надеюсь, следующим ходом я уже доберусь. Нормально. Может. Так, а что ты там сделал? А как так порылся на свалке и нашел 10 монет? Ой, где? А, секретная разработка? Подожди, не пойму. Ну, там плюс 11 за 600. Так ты ее использовал или все-таки нашел 10? Как я найду тебе 10? Ну, не знаю. Я вот не бегу. Давай офис. Нет. Так, значит, сначала трудовой будем. Теперь денег ни хрена нету, конечно. Вот проблема. Да, так. Смотри, что вытворяет, а? Вообще. Отрывается от коллектива. Сорян. Вообще как-то случайно получилось. Так, теперь мне еще надо найти деньги. Мгновенная карма. Да, у меня в прошлой игре такое было. У меня 28 шестеренок было, мне одного хода не хватило, чтобы еще две получить. И меня этим ходом, по-моему, сноб забрал 3, а другой игрок еще этой куклой Вуду. Там эти двое тогда, вдвоем сделали все. У меня просто не было возможности ничего сделать. А его не посадили. Так, мне, видимо, придется зайти на завод. Без справедливости. У меня кубомет что-то сломанное, одни шестерки кидаете. 4-5. Зайти на завод, деньгу заработать, иначе я не смогу астральный избос использовать. Давай, агенты Хаус, выборы проиграны. Не пошел. Видел, да? 23-22. Ну, 1-0. Ребята упоролись по губернаторским выборам. Не дает им покоя слава Лужкова. Ребята, он плохо закончил потом. В Австрию ехал. Вы что, в Австрию хотите? Можно, если пригласят. Куда он пошел? Утилизатор же. Да что там в этой Австрии без денег делать? Дорого все. Смотрю, Измигул вообще везде платит. И за неприятности, и полицейским. Странный человек, не правда ли? Он подозрит, он какой-то неправильный гремлин, я бы сказал. Смотри, что вытворяет, а? Так, что произошло? Алиби. Вот это была все, кроме нас. Плюс один по... Так, а тут что прилетело? Плюс два. Не стал жертвовать. А, он типа хочет... Я пошел этот... Денег мне надо, мне карты все, короче, на шестеренки, все по 400-500, а у меня денег нет, толку от этого. Не, подожди, сейчас интересно, как Измигул попробует голоса получить обратно. Или никак? Никак, все. Хотя он может... А, там это не успеет уже. Попробовать-то можно, но... Лучше не стоит. Нет. Почему? Не. Это уже дело принципа, понимаете? Это дело принципа.
снять голос. Пойти вот сюда, вот и очистить себе калу еще голову. Это делается вот так. О, посмотрим, ничего так. Так. Ну хрень, короче. Ну да, хрень. Хотя опасный артефакт, почему нет? Ну вот да, только опасный артефакт. Все остальное так себе. Ну ему и забрали. Что творит, а? 25, а? Неужели губернатором настолько классно быть? Так, а что это сейчас за фанфары? Что за фанфары сейчас были? DLC, походу, опять. Ну, они что-то обозначают или просто фанфары ради фанфар? Фанфары ради фанфар. Круто. О! Зашибись. Начинается, короче. Но понеслась. Ну, ты сам поставил длительный ход. Так, чистка. Я без претензий. Робот зазывала. Я хочу какую-то карту сбросить. Когда кто-то подумал, план строит тут хитрую комбинацию. Блин, у меня два астральных извоза. Зашибись. Поздравляем, избегу. Боролся до последнего. Я, кстати, за тебя голосовал, так что не сейчас забудь. Сейчас пойдут, короче, разыгрывать карты на 10 этих голосов точно. Не забудь, что предприниматель за тебя голосовал. Или кто тут я? Да, я предприниматель. Ну, зашибись. Видите, что бывает, когда не платить взятки? Да я посижу, у меня все равно ни хрена нету. Я умею правильно сидеть в тюряге, но... О, чё твои? Ну, в принципе, давайте отдохнем. У меня проблема, что у меня мало денег, а у них у всех норм. Опять потасовка. Чего, на монетку пойти? Вот чьи-то, да? Стоп, ты чё себя там плохо ведёшь? Да блин, как-то чё-то сегодня не очень. 16 уже, блин, 22 хода, уже зловренность 16, офигеть. Ну, причём, что ты ещё губернатором не был. Так. Да я не сильно старался. Бороться против 25 бессмысленно. Ну что, какой у нас путь? Видимо, ну что это за взятки? Вот сюда. Где? В банк. Чем богатый? Слушайте, а как можно посмотреть названия областей вот этих разных? Или никак, просто запомните все? В смысле? Ну я хочу название, вот я знаю: завод, офис, суд. Так это просто мышкой наводишь, а там тебе пишется. Нифига мне не пишется. Где пишется? Или где пишется? Может, я не вижу.
Да нет, нигде не... У меня наводится и просто пишется «завод», здесь можно пропустить ход и так далее. Нифига. У меня тоже самое. И не пишется, и даже если кликаю, ничего не происходит. А у тебя, наверное, отключены уже подсказки просто, а у остальных включены. Мне ладно, тоже я понял, надо посмотреть в подсказках. Блин, ход пропустить. Ну зато двойной... Блин, ну деньги нужны. Это всего 10. Ладно, пропущу ход, хрен с ним. Так, может, в настройках. Оконный режим, звуковые эффекты, эмоции, музыка. Да, показывать подсказки. А режим для дальтоников тут прикольный, нет? Ну, там просто... Нет, как-то... Ты проверял? Резьбой. Мне не понравилось. А, вот. Да, включил подсказки, точно. Подсказки теперь заработали. В общем, на базар мне надо. Раз, два, три, четыре, пять. Ты гад, а? Я его ставил, просто не деньги потратил. Даже ни разу не воспользовался. Да, наверное, стоит сходить на базар за 5. Так, неприятность. Моя любимая карта. Да не, неприятность. Игорь, блин, я сейчас потеряю две. Кто во что горазд? Думаю, все поставят больше 127, чтобы не потерять. Чиф, что ты там заснул, да? У него самый сложный. Он высчитывает. Эх. Жаль. Щедро. Чиф считал, чтобы самым бедным остаться. Но иметь деньги на взятку. Хитрый. А какой бонус самому бедному? Ну, он бродяга, у него самый бедный когда? Он по неприятностям бегает. Без неприятностей. Круто. Так, что мне скинуть? Поделку, наверное. Или астральный извоз, я уже никуда не... Давайте астральный извоз сброшу. Странно, что эликсир под сработал. Что-что? Это не должен. Надо запомнить, кстати, это в принципе баг. Что именно? Ну вот сейчас вот. Ему выпало неприятности и сгорел эликсир. Блин, я не слышу вообще, что Измигул говорит, что баг какой-то, о чем он там говорит? А, не обращайте внимания. Дойду. Подойдите. Ну, кто класс. Там не убил мой перманент? Я мститель. Однако. Не понял, что сейчас... Что за карты сейчас куда-то вылетели? Влоги можно посмотреть. Да я знаю, что влоги... Тут сейчас столько всего произошло, что я не могу влоги найти конкретно, что произошло. В хаосе, подношение хаоса. Подношение хаоса, вот. Ну вот это фигня. А, активные карты. Слушай, ну да, ну слушай, ну ты Измигул, что за фигня произошла? Зачем ты это сделал? Я думал, мы друзья. Я за тебя голосовал на выборах. А,
подумайте, я ради утилизаторов что-то делаю. Мне надоело там пути. Эй! И говорит, что друзья. Будто бы это не мне полетел. Не разрушь я. Все ясно. Ну да. Ну. Вся наша дружба просто пошла коту под хвост. Вот дают. Ну вообще пошло. Просто вот так вот зашел и на тебя сразу минус. Ну, слушай, ты еще у него губернаторство забрал. Я понимаю обиду. На, вот так вот еще денег отняли. Вот. Ну все. Беда. Давайте, смотрите, мой кот. Ну, дальше. Сейчас пойду. При деньгах, в общем-то, неплохо тут. А что там хорошего? Ну, ему еще до до генератора отмазок добраться. Да нет, ничего интересного. У него все прикольное на заводе и в офисе, а еще туда дойти надо. Я тебе использую шаманский посох, чтобы денег получить. Блин, мне бы теперь на свалку попасть. Или сначала в волшебную побрякушку сходить. Давайте, наверное. Если не так везет сегодня, а? Так, у него там суд есть, я помню. А чё, мы покрутим. Эх, поиграл. Ну, как будто все скинули на новый ехт. Однако. Так, он суд выкинул, а потом выкинул агрегат. Блин, значит, у него офис еще есть. Угу. У меня? О, отлично. Две карты у него. Ну, я хотел тебе голос отдать, это все сыграть. Но сейчас не пойду. Какой ты мне голос хотел отдать? Я бы ходил в офис. Слушай, ну это прям, ты мне бы прям, у меня было бы два голоса, а у тебя 12 и 9 учив, и я бы прям уже приблизился к губернаторству. Шансов все равно возрастает. Два голоса будешь сыграть. Что ты можешь сыграть? Вексель можешь сыграть. Подножку нет, подножка 3 стоит. Ну, кто-нибудь где-нибудь будет. 3-4. Это были упущенные возможности. Да, жалко, слушай. Что делать? Раз вы так со мной поступаете, я буду тоже так поступать. Хм. Однако. Блин, 1073 денег. Нормально. Очень неплохо. Пошло, легко ушло. Мятежные речи, Влад, думаю, попадет, можно точно сбросить. Век воли, видать. Блин, кляуза. Один голос у меня есть, слушайте, ну, может использовать тогда. Ладно, сброшу мятежные речи. Как раз на два. Захлебало меня это. Что он там хочет за 1000 купить? Второй раз подряд мне уже там этот мухляш дебильный выпадает.
Ого, надо плюс 13. Меня убрать, или кто там спил бы. Ладно, так все говорят, 2-то, надо 2-то. Не, я говорю, не надо 2-то. Ну, что, ты что, у меня еще есть? Могу не донести. Если не донесу, то другая карта пойдет по адресу. Ну, либо на 10 голосов сыграть, ну да. Да нет, там что-нибудь такое на минус 5. Так его надо выдворять оттуда, надо переносить его куда-нибудь. Ну, нет, я уж думал, сейчас на меня нападет. Грудью кинется на защиту. Эй! Вот сейчас ко мне будет мешать. Да толку, у меня 260, что я буду делать? Сейчас меня хочешь. Сейчас опять, смотри, в тюрягу сяду. Нет, повезло. Ну ладно, рискнем. Да, отлично. Вот тебе карта, замечательная карта. Да ты мне фигню небось дашь. Отлично. Отлично. Вот так вот. Армия хаоса. Все раз мы самые бедные. Жалко. 2, 3, 4, 5. Смешно. Сейчас бы мне, конечно, пригодилось бы эти речи. Самый бедный, при этом 19 шестеренок. Да, бедняжка. Да ладно, он сейчас чиф что-нибудь на 5 поставит. Будет тоже 19. А ему бедному быть хорошо. Надо, наверное, задание Вианты использовать. Вряд ли я тебе уже в астрал пойду, и вряд ли у меня будет 300... золото. Борьба опять за место губернатора. Ну, сейчас, конечно, у меня есть 300 золота, но... Да нет, это уже, наверное, за один. Пройти, то у меня все отнимется по 25, то есть... Да, раз, так... 2, 3, 4, 5, 6, то есть минус 150 как минимум. Что-то вообще захват. Один я только страдаю. Один. Видишь, страдающий с 19. О, молодец. Чиф, я за тебя голосовал. А нам как-то пофигу вообще. Проходят выборы, не проходят. Нас по одному голосу, как бы. Так. Рискнул, называется. С шансом перебора. Или может встать сюда и типа поменять эту конфессию. Давайте так уже делаем. О, пропаганда. Уже неплохо. Хотя, блин, 50 за 3 голоса. Фигня какая-то. У тебя единичка подряд. Но у меня 3 шестерки, что делать? У нас баланс. Че у тебя всякая хрень? Че там? Хотя нет, он тут это прям скопил. А если бы его кто посадил, представляете? Если кто бы обыскал, тогда. Thank you.
кого на руке много шестерок, говорите? Ага, шестерок. Одни тройки, двойки, блин. Ну, это тоже полезная информация. Блин, Сноб, так ты там не в тему встал. Значит, надо у этого забирать. Мне тут придется... Мне как бы выбора нету, видимо, придется... Блин. Эй. Не хочу я в тюрьму опять садиться. Я заколебался. Не, ну у тебя денег больше. А шо, у тебя прям все карты на 3? Нет, есть одна карта на 5. Ты доволен? Вау. Очень. Чиф, а ты тоже в тюрьму не хочешь, да? Ставьте по полной все. Блин, ну мне деньги нужны. Не жадничай. Не стыдно ж на бродягу нападать. А, у вас конфликт, а? Замечательно. Маловато поставил. Ну, в следующий раз лучше на тебя нападу тогда. Чего там тусили у меня под окнами? Ну, зашибись, блин. Ну нет, это вообще уже не пустить. Карта 2-3. Ну, видимо, надо а идти опасный артефакт нет. использовать. Че, вот просто так? Ну а че, у меня что-то минус охрененный какой-то, минус 30. Ну так ты отдохнул за минус. Я решил отдохнуть. На тебе. А, это не... Простите, не тому. Хотя в другом. Забыл, что карма-то не у того. Ну офигеть. Ну ё-моё. Мне уже стыдно. Я что-то смотрел, думал, что чифу отправил. А чё мне отправил тогда? Да это карма, она как бы... Отлично. Так. Для меня это самый злой чиф. А игра решила иначе. Сноб, неприятность. Блин, ну тут как бы... Ну, либо пропустить ход, либо минус 10 доход. Ну, наверное, лучше минус ход, хотя... Да, ход, давай ход. Да. Ход, давай. Блин, пока шел, все деньги растерял. Хотел сыграть, блин, все деньги теперь же просрал. Все сидят, ходы Ах, не пикенда. Ну ладно, я пойду делать свое черное дело. Да. А то что-то вперед вырвался. Я тихо поплачу. Не вырвался? Все равно она. Карму сходило лучше. Ну да. Во, на деньги неплохо. Найти. Ну после того, как ты у меня половину отобрал, знаешь, 50 мне как-то уже... Ну частичная компенсация. Так. Там вот есть? Нету? Жаль.
Блин, ну что опять такое? Второй раз эту карту играю, и лететь некуда. Кто так делает, а? Не буду больше тифона смотреть. Запомню, возьму на стол. Так, ну что? Смогу я? Что он там делает? Ой, что вне очереди. Еще и наследство. Смогу я опасный артефакт? Ну, тут главное, чтобы вот в неприятности всякой фигни не было. Что-то как-то мы ему дали слишком сильно вперед вырваться. Так и знал. Как там? Видишь, муж, видишь. Однако. Знаете, мне этот голос был нужен. Я им хотел клетку не продать. Я не подам. Здравствуйте. Чего там забыл? Здорово. А кто это вообще сыграл? Ну это я сыграл. Там типа было, покажите карту, вы там, это выбран. А у меня и так была красная карта, поэтому я по-любому в телягу садился. У вас там что-то интересное, будьте там пока все. Не, ну я предлагаю всю общую травлю. Я тоже предлагаю. Ну чё? Чё я сделал? Солидарен полностью. Я только одного посадил. Остальные все сами. Давай 5-3. Зашибись. Сноб, как всегда. Нет, два голоса минус. Нет. Ходит, ну там было либо деньги, либо голос, ну знаешь. Ну чё, апелляция не прошла, да? О, зашибись. Куклу Вуду надо оставить. Я догадываюсь, что он там вытащит. Для одного чувака. Блин, да тут всякая хренотень. Есть хорошая карта. Твой. Это да, надо выбрать только. Будем рисковать. Не будем. Шестеренок. Вот, знаешь, как бегает, да? У чувака 10 шестеренок до победы осталось вообще. Это много. О. Да, я тоже удивился. Что?
что же там такое? Опасный тип такой, да, он вообще какой-то самый тихий, что-то там тихо говорит, а так втихаря раз, так и уже 20. Я тихо говорю. Ты тихо да? говоришь. Ну ладно, я тихо говорю. Так говорить, как будто это что-то плохое. Ну что, я смогу наконец дойти, да? Так, прихожу еще раз. Счастливая монетка. Личный двигатель. Ну давайте. А что тут? Ага, до двух раз могу перебросить кубик. Нет, оставить. А чё у нас там ещё ничего не сыграно? Не жертва, не агент. Что? Не жертва, не агент ещё не сыграно. Кошмар. Сейчас чиф сыграет и то, и другое. А что, можно два раза сыграть, или он просто по кругу пройдет? Пойдет, что им самым бедным-то? Оба. Ну вот, теперь точно. Ловите вора! Чипаля Пово! У него там плюс 6, а плюс 5. Безо всяких как. Да, сурово тут, ребята. Я пока пошли играть. Но больше мне играть нечего. Однако. Так. Он еще и губернатор у вас. Все взятки собирает. А вы его кормите. Не знаю, мне, по-моему, за всю игру чиф-ментор ничего плохого не сделал. Да-да-да. Пока. Сейчас сделаю. Слушай, ну у тебя 5 шестеренок до победы осталось. Че ты на него гонишь? Ну, а видали, что делают? Ну вот, пожалуйста. Пока не сделал ничего. То есть, видите, чиф-ментор сейчас хочет жертвоприношение сделать, то есть вот своего вот этого механического бюрократа 5 шестеренок получить, а потом еще 10 голосов на агентов хаоса поменять. И этого ему хватит, собственно, для победы. Я у вас походил на экране, нет? Нет. Бывает иногда, лагает. Язык, да. Раз, два, три, четыре, пять. Да, так ему. Да надоело уже. Меня там самому обидно. Ну, я постарался. Постарался сделать его самым бедным. Чтоб он теперь две карты в хаосе сыграл. О боже, ну это так... В данном случае это вообще, по-моему, не важно.
настоящим. Тебе не кажется, тут важнее, чтобы он не пошел в ад, нет? Я лучше. Вот так вот взял и просто ее убил. Так, тут в тюрьме есть возможность покопаться и в свалке. Надо как-то это использовать. Ничего. Что-то не понял, а как ты так ход пропустил или мне показалось? Блин, две одинаковых карты, зашибись. Он думал, лететь ему или нет. Там еще взятка стопудово. Интересно, почему не полетел? Лучше так побежать. А нафига тебе предвыборная кампания? Неужели там губернатором может стать? Не знаю. Ну, а вдруг? Хоть одну шестеренку, конечно, там 11 будет уже неплохо. Ну, либо доход минус 10, либо минус одна шестеренка. Ну, давай доход. Ох. Чё-то не очень тебе тут повезло на выбор. Ну, да. Не, сегодня мне что-то не прёт, чё-то хрень какая-то. Блин, у Измигула уже плюс 94 доход. Офигеть. Парень какой-то, да? Вот слушай, нет, денег нет, сижу в тюрьме. Как-то нет. Да читерок надо написать на него. Да я уже записан везде, не помогает. Везде записан. Тут у Чифа две карты он может сыграть без эффекта карты. Вот что самое страшное. А что может? Две карты что? Две карты в хаосе сыграть. Ну это да, но меня поражает, что он туда не заходит почему-то, он где-то ходит, я думал он уже, по-моему он уже круг мог давным-давно мог сделать. Успела. Мог бы, пока не получается. Просто скажи, тебе нравится с нами играть, не хочешь заканчивать игру? Стратег. И это тоже. Ну а вот как я могу его ставить? Никак не могу, абсолютно. Абсолютно никак. Как-то вводить на посту. И денег я тебе не дам. Собьете его кто-нибудь. Драматизирую. Иначе б денег все потеряли до хрена. Импичмент.
Мне перевыборы какие. А, вот он что, смотри, идет. Задание Беле запрет, а? Да нет. Этим Белезом сейчас пойдет в хаос. И сыграет там жертву. И голоса. Внимание. Даже это. А я бы голоса сыграл, мало ли. Кто может перехватить? Он у тебя у Снопа, например, 7 голосов. Ну? На толку, у меня 10 шестеренок. Жертвы-то ни у кого нету. Как бы. А голоса есть у людей. Нет, так к толку в том, что ты его сыграешь и сможешь... То есть он не сможет сыграть тогда. О, голос. Ну, короче, что-то мне... игра за предпринимателя не очень. Вот за кого я там в прошлый раз играл-то? Господи, за бюрократа? За бюрократа прикольнее было. Ну нифига, одни шестерки, это вообще кошмар. Сейчас ты все равно одну шестерку заберешь. Ну одну заберу, остальные-то останутся. Блин. Тут, в общем, уже не удержим. Я бы хотя бы вот попасть на свалку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Чтобы кости и звуки сыграть. Может, тебе шестеренки отдаст кому-то? Ну, не кому-то, а конкретно Снопу. На. Все самое лучшее, как отдать. Нет, все. А вот так вот даже. У меня, кстати, бомба-бегунок. Ну, тоже неплохо. Плюс 6 все-таки. Так, раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Есть у меня 5? Нету. Ага. К сожалению. На тебя. Вове, медали, медали. Блин, 2 карты уж мы сейчас. Придет какой-нибудь сальто и привет. Не пришел. Так. Нет, ничего я не буду сбрасывать. 3 шестеренки за 200. Это любой агрегат уже хватит. А он же еще в казино может играть. Вот гад. Может быть, кости без зумки. Раз и все. Короче, бодяга это читер. А что там по статистике? Кто там? Я помню, что вор меньше всех побеждает. А кто там больше всех? Чё-то пропал. Я пропал? Да. Я говорю, по статистике вор... меньше всех побеждает, я помню, а кто чаще всех? Ну, меньше всех, а чаще всего там в пределах статистической погрешности. Ну и что делать? Останавливаю его, давай. Ну вот куда деньги у меня? Своих же интересов. Чем? Чем хочешь. Почему он у меня забрал деньги? Потому что у меня больше всех и было. Поэтому и забрал. Ну ладно, артефакты тогда. Ну ладно, как-нибудь так, что ли. Ну, вот о, нормально, сыграл, да. Красавчик. Ничего так, молодец. Цыгать типа под ножки. Тоже привет. Так,
3-3. Не, надо артефакт играть. Раз, два, три. Сань, ты же сам смотрел мои карты. Ты что, не помнишь? Да. Круто, круто. Поздравляем. Я совсем забыл про замедлитель. Спасибо. Блин, если бы ты у меня еще деньги не забрал, я хотя бы мог бомбу-бегунок использовать, и было бы по 23. А если одинаковое количество шестеренок, то кто побеждает? Тот, кто богач. Эх, тогда без разницы. Погоди, а я не видел, что у тебя 5 было. Пятерки у тебя вроде не было. А, была. Знакомство да. Было. Была. Знакомство. Блин, ну, что-то я сегодня топлю. Если бы сам все отдал. Так впытык, под ноль денег хватило. А никто забрать шестеренки у Чифа не может, да? Ну, если сейчас визит президента зайдет на неприятности. Но ведь не зайдет. Ну, поздравляшки. Спасибо. Поздравляю. Приятно было сыграть со всеми. Да, ничего, так ничего. Но мне не очень понравился все-таки предприниматель. Как-то не очень бонусы. Ну, просто вот карты, которые на офис, они не такие прикольные. И особо много людям заходить в офис тоже обычно не приходится. Нужно бегать по неприятностям, не по неприятностям, а по опасностям. Менять карты, собирать офис. Так я это и делал. На самом деле, я на самом деле это и пытался. Вот первую половину игры я это и пытался сделать. Но у меня... Ты много бегал через неприятности, и все неприятности получились оттуда. Неправда. Я конкретно пытался на неприятности, я специально пытался собрать 3 карты офиса, чтобы получить вот этот лишнюю шестеренку. Ну, вообще как-то, не знаю, как-то что-то вообще никак. Ну ладно, всем спасибо за игру. Ага, взаимно. Да. Все, спасибо. Пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.